Всем привет, дорогие друзья, с вами Валчер. Сегодня я записываю видеоролик по игре Sandbox 2, но у нас немножко новая рубрика, мы ее сами придумали. Ну, может, блогеры типа есть, но мы сейчас, короче, я объясню суть. А, ну я с другом, кстати, поздороваюсь. Всем привет. Вот. Суть этой рубрики, получается, мы заходим в фильтр, вот в рынок, да, выбираем пушки, то есть вот первая пушка, допустим, Glock 22, да? Glock. И тут, видите, как бы на рандом. Не по цене, не по редкости я поставил, а на рандом. Мой друг называет мне цифру любую рандомную. Ну, сколько тут скинов на это оружие. И получается, этот скин как бы у меня в инвентаре будет. Ну, как будет. Я его не буду покупать, у меня же голды нету. Но просто как бы виртуальный инвентарь создаем. Во. Ну все, погнали. Давай я тебе называю первую цифру. Давай, Глоки. Давай. 4, давай, 4. Релик. Релик. Нифига себе. Окей, давай. 5? Да. Glock Carbon StatTrak. 18 голды. Ну, так еще нормально. USP. Так, ну не будем считать, ладно. Последний. Stone Cold StatTrak. Mm-hmm. Так, давай тебе первый. Первый? Да. Спасибо. Юспрей 034. Имба. По 350 давайте дальше. 10. 10? А, они. 30 копеек. Так, давай 8. 8. Так, 4, 4. Ого! По 350 радиэйшн, статрек, 20899. Фига. Так, береты. Береты. Один. Дамаскус. Трек. Дамаскус, статрек, ага. Предпоследний. Предпоследний? Да. Дамаскус, статрек. Так. Так, так, 9. Я хочу нож. Нож хочешь? Тогда сайт GG Сандов для тебя. Ведь именно на этом сайте ты найдешь огромное количество кейсов. Кстати, на GG Сандов недавно вышло новое обновление Hogwarts Holidays с кейсами из фильма Гарри Поттер. Если смотрели фильм, прижмите лайк. Также тут присутствуют кейсы ваших любимых блогеров по игре Сандов 2. Так что советую вам этот сайт, ну а мы приступаем к просмотру видеоролика. 4, пускай будет. Реактор StatTrak. Давай 14. 14. 4, 4, 4. 12. Так 9 Restless, 95 голды. Неплохо, неплохо. Фейсэм, тут Poison есть StatTrak-овские, ребят, которые вот вообще. Давай, 1. Зона 12 голды. Давайте тоже один. Enforcer 8 голды. Блин. Дигл. Аурейт, ребята, аурейт. 10. Аурейт. Чё? Какой? 12. 12? Так, 4. Аурейт! Если бы, ребят, мы покупали эти скины, которые сейчас наугад называем, это было бы вообще жесть. Так, 4-4, да, это 12? Да, это 12. Фабум. 4. Блин, 4, это 4. Давай. Какой силку? Реактор, StatTrak. А. 200. Так, давай 10. 10. 10, так, 4. 4. Фабум Тиндало. Тиндало StatTrak. 20 голды. С СМ. 3. Фризинг, да. Короче, этот Аркана. 300 голды. Давай 5. СМ Некромансер обычный. 125.
Блин, кстати, красивый скин. Спас. Пока что, ребят, так, еще не слишком жестко. Предпоследний. Гриффин. Одна голда. Так, давай последний. Последний? СМ... Ой. Спас Гриффин статрек. М60. Ну, тут-то даже не знаю. Один. Этот... Ара... Кто? Короче, 20. Стактрек, 50-20. То есть, 52 голды. Три. Давай тебе... Чё там? МАГ-10, давай. Давай. Фух. Ой, ребят, не могу. Какой? Ты ж первый. Я запутался. 1-2. 2-2. Fatal Combo, стартрек, 400 голд. Говори, давай. Один? МАГ-10 Wild Rage. 4 голды. Ёмпик. Последний. 4 ярс, 5 голды. Так, давай... Пятый. Имба. Юмп. Короче, вот этот 007. Так, МП5. Давай я... Гаргона. Зона. Какую? А, да блин! Я ж первый, я забываю. Ты ж 4. А, вектор. Давай один. МП7, ой, МП5, Нортхэм Фьюри, статрек. 45-80. А, МП7. Один. Граффити стэктрек. 241. Так. Давай тебе 2. Так, 2. Винтерспорт стэктрек 220. Петух. Последний. Так, что у нас там? Портал мист стэктрек 18 колды. Тогда. И... Не было. Седьмой. Седьмой. По 90... седьмой. Ревенат, короче, 22 голды. Кстати, красивый такой. Фенфал и Лизер тут есть, ребят. И Феникс Райзен тоже. Давай. Три. Кто? Феникс Райзен. Обычный? У меня тоже там... да, у меня тоже там. Давай. Так, давай. Тоже 3. Зачем я сказал? Ну ладно, Феникс Райзен тоже. ФАМАС. 1. Так, 1 или 1? 11. Да ё-моё. У меня, так, 11 ФАМАС монстр обычный, а 1 ФАМАС монстр стэктрек. Так, давай тебе 12. Так, 12. ФАМАС Сноушторм обычный, 0.98. Почему такой красивый? Одну голды даже не стоит. Вал. Ну, тут прям вообще богато. 1. Кто Гилдед Гейль, короче, этот 390 голды. Три. Вал Джокер, самый дешевый обычный. Так, калаш. Калаш, тут жесть. Последний. 4 ярс, Ред. Так, тебе первый. Первый? АКР Спорт, он у меня, кстати, был. 49 голды. М4. Предпоследний.
Ронин, стактрек, 130 голды. Так, тринадцатый. 13, так и так. М4 Pro обычные, 5,60. М4 А1. Скоро до ножей, ребят, дойдем уже. Ой, тут Year of the Tiger 107 тысяч. 4. Immortal обычная. Угу. Она вроде только есть. А, нет. 548 голд. Так, тебе давай 7. Year of the Tiger обычный. 7400. О. Так, R12. 1. Хаунд, 98 голды. Так, давай тебе 2. АКР 12, армор и статрек 49, ну, 50. М16. Так, что у нас? М16. Давайте тот, который мне на стриме выпал. 4. Iron Will, стактрек. Угу. Давай. Один? Да. М16 Винджит статрек. 5290, неплохо. Блин, надо было. Надо еще считать было это все точно. Тогда было бы даже еще интереснее. Ладно, мы следующий сейчас, наверное, запишем еще. Там будем уже считать. Так вообще будет интересно, кто победил. Давай 4 опять. Этот импейл. 0,06 голды. Так, давай 2. М40 Constellations. Constellations. 66, короче. Так, Авик. Авик. Тх, тх. Предпоследний. Предпоследний. Винтерспорт обычный, 800. Уу. Офигенно. Так, давай тебе. Какой? Предпоследний. Предпоследний. Авик ТХ. Фига себе. М110. Ну тут 3 давай, ладно. Кибер. 0,35 копеек. Так, давайте 7. 7. О, М110 Celestial Beast обычный. Все, ребят, ножи. Но я думаю, в этой части без наклеек, без граффити, чисто ножи, с ножами можно только. Можно ножи перчи. А, ножи и перчи, да. Давай из всех ножей по 3 ножа. Окей. Okay. Давай. Ну тут считать, ладно, не... Давай тебе 50. Так, 50, интересно, какой тебе попадется 50? Танта, Перл, Абус, короче, 1400 голды. Давай. Давай 52. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52. Так, 52. 56. 60. Какой ты говорил? 52. 62. Это Dual Daggers Grunge 798. Да, это первый нож был. Первый нож. Второй нож. Три. Стилета Soul Devo то. Короче, 930 голды. Давай мне. Давай последний. Последний. Стилета Флюкс 1000. Один. Один. Сейчас. Танта Ретро Аркейд 715. Угу. Тебе 8. Блин, я думал, ты 5 скажешь. 8 Фанк Хаунд 1100. Так, ножи все. Перчи. Перчи одни. Давай 2. Ну давай 2, да, перчи.
Последний. Последний. Нейро. Короче, 5800. Фига. Чудору. Давай. Давай первые. Глоус плагу 1730, нифига они прикольные. Прям такие. Давай. 4. 4. Флюкс 700. Давай 10. 10. Так, 4, 4. Глоус Каму 544. Это, походу, самые дешевые. Что получается? Вот так получилось. Если бы мы считали, конечно, было бы круче. Ну ладно, мы что-то не додумались посчитать. Ладно, ребят. На этом ролик подошел к концу. Если вам понравится эта рубрика, то мы заснимем вторую часть. Но там уже мы будем считать, то есть сколько у нас в общем получится голды. А если вы наберете 1000 лайков, мы будем донатить на эти скины, которые нам выбьют. Мы будем их покупать. Да? Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.